Реально ждем. Так, ну что? Да, все, дарницкие суровые выкрутили. Свечи накала. Да, после купания. Солярка, нормально, нормально, пусть прочмыхает. Давай, давай, давай. Солярка с водой. А ну, Саня, еще. Как шикарно мотор работает. Видно рядность, порядок работы цилиндров. Хорош, наверное, Саня. Да, продули? Я думаю, да. Сейчас запускаем, едем домой. Все. В принципе. Ну, не отмылась машина нормально, на самом деле. Вот Валера, мой главный фолловер. Он снимал, он был со мной до конца. Правда, вот ноги не мочил, но, я тебе хочу, но вытаскивал. Я тебе хочу сказать, спросил бы меня, можно ли помыть нормально машину. Этот фолловер тоже что-то непонятно себя вел. Но старался. 4 часа оторвали 6 колес в разных машинах. Дай тряпочку, дядя. Меня спереди оторвали. Тряпочку дай. Валера, дай тряпку. Любую. Любую. Смотри, это шо-то. Дарницкий суровый, бля. Это шо-то, бля. Для друга, бля, ничего. Говорит, майку не жалко. Охереть вообще, я еще такого... Мой заплыв, это херня по сравнению с дарницким суровым. Вот это вы жжете реально. Надо фильтр просушить. Сейчас посушим фильтр на мангале. На мангал фильтр. Что вы курите? Дайте. Печку топим. Ты видел, как они печку затопили в плюс 31? Не посмотри, дарницкие суровые мерзнут. Это посмотри. Они, да? Да, да, это мы, да. Иногда. Вот главный самый. Не, там один есть. Костян. Исполнитель главной роли. Это, скажем, коммерческий директор. Монтажника брали, нет? Не, не брали. А что, ты хочешь пойти лишь? Не, ну там был такой одаренный чувак. Лужа с соляркой. Вот наш бензобак. Где-то с него чуть потекло. Уже дарницкие суровые разорвали на себе футболку, то что ты не успел.